Представьтесь, пожалуйста, проводится мероприятие при Тимирчине. Представьтесь. Так, ваш автомобиль? Наш. Что выходит в вашем автомобиле? Что это такое? Водка. Водка, наверное, да? Где вы взяли эту водку? Откройте одну, откройте. Какая это? Царская, да? Царская, да. Вы где ее купили? В этом доме, так понимаю, да? Нет, у меня с собой была. С собой была? Одной марки? Вот. Не без понятия. Так, понимаете, у вас с собой была? Я не смотрел ее. Вы где ее взяли? Ну, у меня была с собой. Ну, где вы взяли, с собой была? Откуда вы взяли? Вы знаете, что это водка? Без понятия. А вы зачем ее взяли в таком количестве? Ну, я брал эту бутылку, попробовал, нормально, бутылка такая. Вы получили деньги от кого именно? Как зовут этого человека? Его? Да. Ну, получили за что? Ну вот, с продажи. Продали ему сколько ящиков алкогольной продукции? 20. Какой именно? Вот именно этой. Водки. Какой? Ну, царская. Царская водки водка, царская. Да. То есть вы получили за сколько ящиков, какую сумму? Я говорю, 20 бутылок, 24 тысячи. Так, я куда вы деньги тебе брали? Вон, я же показал. Данные денежные средства. Считай. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 тысячи. Ровно. Ну, куда должны были передать? Здесь остаются. Кому здесь? Отдаете денежные средства? Кто их должен был забрать? Ну, а кто здесь занимается? А кто занимается? А? Кто занимается? Кто занимается здесь алкоголем? Ну, кто здесь проживает? То что есть вы продали, например, к сегодня, да? Да. Эту деньги вот вы отложили. Да. Деньги, получается, для него, правильно я вас понял? Деньги, вот, все. Все, за это алкоголь зарегистрированный. Да. Алкоголь, знаете, то есть, а? Какие а? Имеет маркировку, подлинную или поддельную? Это я вот не знаю. Я беру для своих нужд, для банкета, для... Высветляете продажу данного алкоголя? Нет. Данные денежные средства, которые здесь находятся? Ну, это они сюда не относятся. Это не относится? Это магазин, пожалуйста, у мамы здесь есть магазин. Да, это денежные средства, я занимаюсь грузоперевозками, мне могли привезти. То есть, эти денежные средства к этому не относятся. То есть, это ваш алкоголь, да, получается? Алкоголь, получается, да, это мой. Имеется ориентировочная водка, да, поясняет у нас участвующие лица. Пятилитровые бутылки ориентировочные, без маркировочных. Во сколько ящиков? Ну, это дополнительно посчитаем сейчас. Пройдемся с прибором. Видите, да, то есть у нас такая вот сборная продукция имеется. Финская. 25 литров. Видите, такая у нас постоянно. Видим, да, что первичной щитки у нас нету. Прибор показывает. Сигнал указывает на то, что имеются признаки подделки. Водка царская. Тоже на пьюнину у нас. ПСМ. Если сигнал не слышал, что также указывает на то, что возможно данная ФСМ является поддельной. В трафилете с течением мы также не наблюдаем.